Приокское управление Ростехнадзора оказывает 15 государственных услуг, из них 11 в электронной форме. Так уточняют сегодня в управлении. В формате видеоконференции сегодня обсуждали как раз востребованность портала государственных услуг. Если рассматривать в частности Рязанскую область, то самыми такими востребованными государственными услугами у нас явилась это регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре, организация аттестации в области промышленной безопасности, безопасности ГТС и безопасности в электроэнергетике и регистрация заключений экспертизы промышленной безопасности. Если в сухих цифрах, то отправленных документов, так сказать, не выходя из дома, в общем количестве только 8%. Даже в самых востребованных услугах процент обращения варьируется от 1 до 4. С чем это связано, управление и пытается разобраться, ведь главная цель – перевод в электронный формат всех социально значимых услуг. Положительных моментов предоставления этих услуг больше. То есть это, во-первых, в любое удобное время из любого места можно подавать заявление. Значит, это снижение коррупционной составляющей. Это сокращение сроков предоставления услуг, если это сравнивать с обычными, значит, видами их оказания. Совещание межрегиональное. Участвуют не только Рязань, но и Калуга, Тула, Орел, а также специалисты из смежных областей. Необходимо отметить жесткую, но конструктивную позицию рязанского отделения. Уже можно предварительные итоги подвести, показала, в общем-то, и практика прохождения отопительного сезона. Все по делу, все по существу. Вот. То есть я, в общем-то, доволен сейчас тем, в общем-то, взаимодействием, которое у нас сейчас в Рязанской области есть. Вот. Уверен, что все цели, которые поставлены перед данным совещанием, будут достигнуты. Публичное обсуждение ведомство проводит ежеквартально. Следующая встреча в мае.